Ну как, уже все закончилось? Да нет, там возникла проблема. У выбегала сломался измеритель, а как его починить, он не знает. Роман посоветовал мне заменить в нем импульсный модулятор, но, к сожалению, единственное место, где, как я знаю, его сейчас можно достать, это дистиллятор детского смеха. Ну так в чем проблема? Возьми из него модулятор и вставь в прибор выбегала, потом вернешь на место. Проблема в том, что Федор Семенович просил не выключать дистиллятор надолго, поэтому и модулятор забрать не получится. Да. Слушай, насколько я помню, в этом дистилляторе могут также использоваться частотные резонаторы. Не помню, кто это мне рассказывал, но попробовать стоит. Хорошо, но где мне взять этот частотный резонатор? А ты сам разве не знаешь? Они же использовались в ранних моделях двухкодовых трансляторов, а такая модель как раз стоит у меня в лаборатории. Ты не против, если я заберу его на время? Да нет, конечно, бери насколько хочешь. Я этим транслятором уже давно не пользуюсь. Придется все-таки ненадолго выключить дистиллятор. Я не могу вытащить отсюда импульсный модулятор, когда это устройство включено. Надеюсь, Роман не будет возражать, если я на время возьму этот паяльник.
Ладно,